Многие из нас держат у себя в доме комнатные растения. Они оживляют помещение, чистят воздух, придают интерьеру уют и радуют глаз. Некоторые даже относятся к ним как к домашним питомцам. Большинство комнатных растений довольно неприхотливы, однако все же требуют регулярного ухода. И тут речь идет не только о поливе. Наших зеленых друзей также следует периодически пересаживать, омолаживать и подкармливать. В специализированных садоводческих магазинах можно найти огромное количество разнообразных удобрений. Однако подкормки также довольно легко приготовить в домашних условиях, руководствуясь народными рецептами. Ингредиенты для них обычно всегда оказываются под рукой. Подборку таких эффективных средств мы и хотим представить вам в нашем сегодняшнем видео. Подкормка на основе алоэ. Лист алоэ режем на небольшие кусочки и замачиваем в 300 мл воды на полчаса. Процеживаем и поливаем наши растения. Это удобрение стимулирует рост и способствует быстрому прорастанию семян. Подкормка на основе грибов. Сами грибы нам тут не понадобятся, нам нужна вода, которая осталась после их замачивания. Такое удобрение подойдет для внесения в грунт. Подкормка из кожуры цитрусовых. Высушенные корки апельсинов или лимонов мелко режем и добавляем в грунт. Ваши молодые растения нальются сочной зеленью, и их не смогут одолеть насекомые вредители. Подкормка на зубной пасте. Размешиваем пол чайной ложки зубной пасты в 1 литре теплой воды. Это удобрение подойдет для тех растений, которые не любят кислую почву.